Специалисты Федерального центра ветеринарии прибыли в Дагестан с рабочим визитом. Они окажут консультативно-методическую помощь в рамках трехстороннего соглашения между Министерством сельского хозяйства страны, Центром ветеринарии и Комитетом по ветеринарии республики. Ветврачи встретились с заместителем председателя правительства Дагестана Нариманом Абдулмуталибовым. Обсудили проблемы и перспективы развития животноводческой отрасли республики. Гости отметили, регион занимает лидирующее место по овцеводству и экспорту баранины. Федерация готова оказывать всю необходимую помощь. Сюда ежегодно направляют биопрепараты против инфекционных заболеваний. Ветспециалисты проводят вакцинацию скота и птицы, а также диагностические исследования в лабораториях. Специалисты центра планируют ознакомиться с работой комитета по выполнению плана противоэпизоотических мероприятий.